Добрый день, если не секрет, где семена можно купить? Но семена мы собираем сами. Собираем сами. Покупать мы не покупаем. Покупать это неизвестно, где дороже выйдет. Поэтому покупать семена, ну, можно, но у проверенных поставщиков, которые действительно надо проверить. А пока проверишь, это не на одного негодяя, как говорится, нарвешься, который вот пришлет семена 5-летней давности, например, вам. У вас не взойдет, и вы будете... Мы семена не продаем. Мы не продаем ни семена, ни... Даже не пытаемся этого делать. Хотел я продавать семена, но потом подумал, что семена, ну, это каждый... У кого-то взойдут, у кого-то не взойдут. Лишние вопросы зачем? Люди, их надо уметь еще хранить, уметь за ними ухаживать. То есть до посева их надо сохранить после сбора. Некоторые семена сеются сразу. Ну, то есть тут семян, по семенам вопрос. Мы нигде не покупаем. Где можно купить, мы не знаем. Опять же, вопросы такие задают, которые, например, где можно купить сеянцы? Вот у вас нету, а где можно еще купить? Я говорю, ребята, я не знаю, где можно еще купить. Потому что я не могу сказать про то, что за другого человека, понимаете, ответить. Как он их выращивал, чем он выращивал. Даже если бы знал, ну, я бы навряд ли посоветовал, потому что брать на себя ответственность, говорить за другого человека, может, он их перекупил, может быть, что он с ними делал. Я вырастил и продал, да. Понянчил их 5 лет, до 5 лет, до 2 лет. Сейчас однолетку мы продаем. Ну, это последний год, когда мы продаем однолетку, поэтому, скорее всего, уже однолетки в продаже не будет, будет только 2 лет. А может быть и будет, потому что некоторые сеянцы, которые надо продавать именно однолеткой. Например, как можжевельник виргинский. На этом все. Всего доброго. Удачи вам. Все. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик».